The body of a Vaishnav is never material. The body of a Vaishnav is always transcendental. Тело Вайшнава никогда не является материальным, оно всегда является трансцендентным. Therefore, someone who is 100% engaged in the service of the Lord, we should understand this body is also transcendental. И тот, кто на 100% служит Верховному Господу, мы должны считать, что его тело полностью трансцендентно. Therefore, Mahaprabhu said, "Diksha kale bhakta kare atma samapan, se kale Krishna tore kare atma sam." At the time of initiation, the devotee gets a spiritual body just like Krishna. И поэтому Махапрабху говорит, что во время посвящения преданный получает тело такое же, как и у Кришны. Therefore, only after diksha can someone cook. Поэтому кто-то может готовить только после получения дикши. No, Krishna never accepts material offering now. Кришна никогда, никогда не примет материальных подношений. He only accepts devotion. Он принимает только преданность. Without diksha, you cannot cook for the Lord. И без дикши нельзя готовить Господу должным образом. Just like iron put into fire, подобно тому, как если мы положим огонь, железо в огонь, iron becomes like fire. Железо становится подобным огню. Without diksha, you cannot serve Krishna because you are different than Krishna. И без дикши невозможно служить Кришне, потому что вы пока еще отличны от Кришны. Диди says, without diksha, no one can become Krishna. И Диди говорит, без дикши никто не сможет принадлежать Кришне, невозможно. Thus, se deha kore tare chidanandamoy, by the process of diksha, this body becomes spiritualized. И в процессе дикши это тело одухотворяется. And by this spiritual body, he worships Krishna. И уже в духовном теле преданный поклоняется Кришне. So, if Krishna has sent, given this disease to Sanatan just to test me. То есть Кришна, если Кришна дал эту болезнь. No, Krishna has given this disease to Sanatan to examine me. Кришна дал эту болезнь Санатане, чтобы проверить его. If I had hated Sanatan and had not embraced him, Krishna would have neglected me. И если бы я ненавидел Санатану и пренебрег бы им, тогда then Krishna would chastise тогда Кришна читал бы меня. I cannot smell any bad smell in Sanatan's body. For me, his body smells like sandalwood paste. Я не чувствую никаких дурных зловоний от тела Санатана. Для меня все эти запахи подобны нектару. That and Mahaprabhu embraced Sanatan Goswami again. И Махапрабху снова обнял Санатану Госвами. That time, what happened? И что случилось тогда, затем? Sanatan Goswami's body became again perfect. Снова тело Санатана Госвами стало совершенным. Indeed, Sanatan Goswami had complexion like gold. На самом деле тело Санатана Госвами было золотого цвета. Seeing the change, everyone became astonished. И увидя эту перемену, все пришли в изумление. Sanatan Goswami said, и Санатана Госвами сказал, O Lord, you made Sanatan Goswami drink that water. О Господь, ты заставил Санатану Госвами выпить той воды. You made these sores come on his body. И ты сделал так, что эта болезнь проявилась на его теле. No one can understand your pastimes. Никто не может понять твоих развлечений. Therefore, Gurudev tests us by giving sickness to Gurudev, sickness to Vaishnavas. Поэтому Гурудев проверяет нас, когда он дает болезнь гуру, болезнь вайшнавам. That is how Krishna examines us. Таким образом Кришна проверяет нас. One time Gurudev was sick. Однажды Гурудев болел. And he said, "Today none of the servants came anywhere near me because some bad smell was coming." И он сказал: "Сегодня никто из слуг я не позволяю никому прийти и попроведать меня, потому что очень плохой запах шел от него." He said, "Today all my servants avoided me." Гурудев говорил: "Сегодня все мои слуги избегали меня." So that is how Krishna examines us. И вот таким образом Кришна проверяет нас. Even though it may appear Vaishnava is material, they are never material. Несмотря на то, что может казаться, что Вайшнав является материальным, он таковым никогда не является. Jai Jai Siddhadhi. Okay, Kundalata? Хорошо, Кундалата. So Mahaprabhu teaches all these things to us through his pastimes. Итак, Махапрабху наставляет все эти вещи, проявляет свои развлечения. Vrindavan also like that. It appears material, not material. И Вриндаван тоже является таковым. Он кажется материальным, но он не таков. Just like in Vrindavan we see dead pig, dead monkey. Например, в Вриндаване мы можем увидеть мертвых свиней, мертвых обезьян, stool. Испражнения. But really the Krishna manifesting that to examine us. Но на самом деле Кришна проявляет все это, чтобы проверить нас.
If body of Vaishnava in this world is not material, what to speak of Vrindavan? А если тело Вайшнава в этом мире не является материальным, то что уж говорить о Вриндаване? Okay. Any questions? Какие-то вопросы? Anangamanjari? Any questions? Какие-нибудь вопросы? Huh? Chanting every day? Каждый день повторяете мантру? How many? Харибол, Сколько? 2 раза Харибол, Харибол? Харибол? Okay. Any questions from the audience? Вопросы из аудитории? Yes, in the bushroom. Когда Кришну в разных обликах приходит, это одна личность или это разные? One Krishna Кришна, comes in Вишну, different forms. It's one Россия. Krishna or different One Krishna. Krishna. Это один и тот же Кришна. How many forms of God are there? Сколько всего есть форм Бога? Сколько есть форм Бога? Unlimited. One. Одна. Стыдно. Стыдно. Krishna reciprocates with the mood of the devotee. Кришна отвечает взаимностью согласно настроению преданного. Therefore, there is only one absolute truth, that's Krishna. Есть всего одна абсолютная истина, Кришна. But Hanuman sees him as Ram. Но Хануман видит его как Рама. Narad sees him as Narayan. Нарада видит его как Нараяну. But there is only one form of Lord. Но есть всего одна форма у Бога. Okay. Abhay Krishna, anything else? В Хай Кришна что-то еще? Anything? Not now. Last night slept 3 o'clock in the morning. Вчера поздно уснул в 3 часа. Subhadra, what time you went to sleep? Subhadra, ты во сколько? Could not sleep. Не мог заснуть. All day sleeping in the train. Весь день спал в поезде. Ask in Russian. Ну, то есть у меня вопрос такой, что Use the microphone. В Кеврава Махарадж говорил, что ну, нельзя читать круги за другого, то есть нельзя посвящать джапу за кого-то другого, потому что мы воспеваем святое имя только для счастья Кришны, поэтому круги за других читать нельзя. У меня тогда вопрос, ну, насчет Экадыши, то есть можно ли посвящать результаты Экадыши кому-то другому? So in Kemerovo, you said that one shouldn't chant the holy name for someone and not it's only for Krishna's happiness. So the question is about the Kaddisha. Can we dedicate the result of Kaddisha to someone else? It's not good. Это нехорошо. The Kaddisha you should dedicate to Krishna. И Кадыша тоже нужно посвятить Кришне. Oh, I'm giving this to him, I'm giving that. Я that means that you didn't do it for Krishna. Я делаю это для того, я отдаю это другому, значит, вы это делаете не для Кришны. Okay, it's not good ever. Yes, sir. Oh, Gurudev has such a nice temple, so much nice prasadam. Oh, Gurudeva такой хороший храм, и там столько хорошего прасада. I will enjoy life. Не буду наслаждаться всю жизнь. No, we are not there for enjoying, we are there for serving. Нет, мы там не для наслаждения, а для служения. Like Goga Maharaj would always order the worst quality rice, full of stones. He was ordered for himself. He ordered for the temple. А, например, Горгавинда Махарадж, он всегда на храм заказывал самый плохой рис с камнями там. Only one subject, potato subject. И только одни сабжи, это с картошки, где картошка была. Arjuna would last one day there. Арджуна бы там только день продержался. Very bad rice, potato subject. Плохой рис, то есть сабжи, картошка. He said, why? А и почему он так делал? Then the enjoyers will not stay here. Потому что наслаждающиеся бы не остались здесь. Oh, no prasad, no milk, нет, no paneer. Нет просада, нет молока, нет панира. They will run away and Они бы убежали бы. Вот так вот. Но он так делал, поэтому нужно приходить не чтобы наслаждаться, а чтобы служить. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Namo Namo Hare 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 Krishna Hare Krishna Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gopremanandi. Thank you very much. Спасибо большое. Program now. Tonight, 5 o'clock. Вечером в пять. Шесть.